Сотрудники управления Федеральной налоговой службы Белгородской области озвучили результаты контрольной работы за 9 месяцев этого года. За этот период урегулирована задолженность на сумму 1 миллиард рублей, при том, что давление на добросовестных налогоплательщиков уменьшилось благодаря автоматизации процессов администрирования. Число выездных налоговых проверок с каждым годом все меньше, их эффективность растет. Продолжается внедрение онлайн-касс. За отчетный период возможностью самостоятельной онлайн-регистрации воспользовались почти 92% налогоплательщиков. И это показатель выше общероссийского. Продолжается борьба с уклонистами от уплаты налогов. С 2016 года внедрена система АСК-НДС-2, которая позволяет в автоматическом режиме проводить анализ всех счетов фактур и записей в книгах покупок-продаж по всей России. Этот агрегатор сопоставляет все поданные в налоговую инспекцию данные и показывает, на каком этапе, возможно, идет сокрытие налогов. Если ваш контрагент прямой вам выставляет счет-фактуру и у себя это отражает, мы это видим. Это горит, условно говоря, зеленым индикатором. Если через второе, третье звено у нас возникает разрыв налоговый, да, то есть мы видим, что кто-то на каком-то из этапов не выставил счет-фактуру, либо не отразил у себя эту операцию покупки, либо реализации, соответственно, мы уже видим полностью цепочку. Сотрудники управления Федеральной налоговой службы Белгородской области озвучили результаты контрольной работы за 9 месяцев этого года. За этот период урегулирована задолженность на сумму 1 миллиард рублей, при том, что давление на добросовестных налогоплательщиков уменьшилось благодаря автоматизации процессов администрирования. Число выездных налоговых проверок с каждым годом все меньше, их эффективность растет. Продолжается внедрение онлайн-касс. За отчетный период возможностью самостоятельной онлайн-регистрации воспользовались почти 92% налогоплательщиков. И это показатель выше общероссийского. Продолжается борьба с уклонистами от уплаты налогов. С 2016 года внедрена система АСК-НДС-2, которая позволяет в автоматическом режиме проводить анализ всех счетов фактур и записей в книгах покупок-продаж по всей России. Этот агрегатор сопоставляет все поданные в налоговую инспекцию данные и показывает, на каком этапе, возможно, идет сокрытие налогов. Если ваш контрагент прямой вам выставляет счет-фактуру и у себя это отражает, мы это видим. Это горит, условно говоря, зеленым индикатором. Если через второе, третье звено у нас возникает разрыв налоговый, да, то есть мы видим, что кто-то на каком-то из этапов не выставил счет-фактуру, либо не отразил у себя эту операцию покупки, либо реализации, соответственно, мы уже видим полностью цепочку.